Всем привет! Обзор на мини-баню. Ну, она мне уже довольно-таки давно уже. Так, вот такая коробочка небольшая, компактная. Вот так это выглядит. Достаем под ноги такую штучку. Это сидушка. Мешок. Ну и вот такая пушка. Вот. Называется мини-баня. Сидушка раскладывается вот так. Все. И садишься. Мешок. Здесь такое отверстие в мешке. Сюда вставляется пушка. Вот такая пушка. Ну, принцип фена, как волосы сушат. Ну, только медленнее крутит. Вот тены там. Вот. И нагревается воздух, сухой гоняет. Как бы и начинаешь потеть. Минут, ну вот по мне, минут 10 я уже начинаю потеть. Потом еще минут 10. И в принципе хватает пропариться. И все, потом в душ. Все, ну, мне лично нравится. Вот в Москве продается. Там, кому интересно, можно заказать. Вот тут крутилка. Больше-меньше. Я обычно на максимум ставлю и нормально. Компактная. Можно поехать куда-нибудь на природу, на рыбалку. Там, если 220 есть, там, ну, вот, например, на Алиэкспресс продают за 1000 рублей, там, такой переходник, розетка, там, как-то через аккумулятор в машине подключают, вот вам 220. Ну, скорее всего, машину, правда, заводить надо, а то аккумулятор сядет. Вот, как бы, компактная мини-баня. Вот такой обзор. Можно сделать так, типа ингаляции, чтобы не болеть. Все, подышали, микробов нет. Вот, короче, залез я вовнутрь, тут подышать от микробов. Вот там пушка. В общем, вот так это все выглядит. Ну, тены бывают, как я и говорил, да красна, чуть-чуть даже краснеют. Сейчас что-то не краснеют. Ну, в общем, вот так вид изнутри. Я как бы не рекламирую эту баню. Я просто веду блог, вот, кому интересно, может, вот, для производителей просьба такая, если развиваться будете, так, в принципе, стульчик удобно, все складывается, компактно все, ну, я так думаю, специально для этого и делалось так, чтобы компактно все было, но если стульчик сделать, как бы, полулежа так, чтобы садиться и полулежа
положение принимать, было бы вообще суперски. Вот. Ну, если как-то получится у вас сделать. Вот, как бы так. Так, ну, в принципе, я попарился. Все, выходим на свободу. Вот так я выгляжу, припотел. В общем, штука неплохая. Можно покупать. Да, как выключать ее еще? Там. Кому может полезно будет? Вот она рабочая на максималке. А выключать ее на самый минимум, чтобы тены остыли. Ну и там сколько, секунд 20-30 подождали. И можно выключать, чтобы он не испортился. Перед использованием бани можно выпить пару стаканов чистой воды, потому что воду надо пить. Для чего вода пьется чистая? Потому что мы кофе, мофе, всякую ерунду там употребляем еще. Сами этого не замечаем, как бы. Поэтому воду для здоровья надо пить всегда. Ну, перед баней, чтобы пропариться, тоже. А теперь в душ. Будьте здоровы!